Сегодня просто прекрасный день. Я сидел за одним столом вместе с лучшими атлетами в мире бодибилдинга современности. Мне было очень приятно здесь находиться, получать вопросы, которые мне задавали, и слушать, что отвечают, скажем так, гораздо более опытные парни. И я немного проникся их духом, их атмосферой, увидел, что у них такая большая семья бодибилдерская, все подкалывают друг друга, прикалываются, там все знают, я так понимаю, детей, и дети их детей знают. Вот. В общем, классные парни, веселые, задорные, несмотря на то, что они только что прилетели все, у них сейчас ночь в Штатах, а здесь только день. Видно, что они немножко замученные, но достаточно веселые. Вот. Сзади меня эмблема турнира, соответственно, который будет проходить завтра и послезавтра, и выставка Power Pro Show. Вот, где эти ребята будут, соответственно, работать, поэтому приходите, если вы, конечно, уже не смотрите видео после этого турнира. Вот. Но, в общем, все супер, все классно, и я, скажем так, в предвкушении этих эмоций, которые будут в течение последующих 3 дней. Сегодня 3 декабря, мы в Москве, Олимпия Мэтчес. Сегодня на Power Pro Show стартовала регистрация участников. Именно сейчас за моей спиной она происходит. Буквально час назад закончилась пресс-конференция с звездами бодибилдинга. Фил Хит, Декстер Джексон, Шон Роден. Вместе с ними Денис Гусев, Рич Гаспари и Робин Чанг представляли Московскую Олимпию. Они приехали, делились впечатлениями от Москвы, от Олимпии, им задавали вопросы, они делились впечатлениями, личными впечатлениями, спортивными впечатлениями. Было интересно соприкоснуться с легендами. Здорово, что задали вопрос Денису Гусеву, как ощущение, мне очень понравился его ответ, что он сидит рядом с мировыми звездами и питает их энергию, заряжая батарейки. По-моему, было здорово. Но это действительно очень масштабное событие, и надеюсь, что завтра будет много зрителей, всем понравится.